Чистая техника 13-го батальона Черниговского. Это штабная машина, команда штабная машина была подбита казачьей национальной гвардии. Это при наступлении. Да, они пытались выходить с той стороны. Мы гнали левую сторону Дебальцево, полностью вдоль железной дороги. И под командованием генерала Козицына. Вот. Они пытались сюда пройти. Справа сделали засаду. Командно-штабная машина ушла в кювет. И с той стороны они взорвали мост. Все. Остальные остались на той стороне. На той стороне техники где-то около двух десятков тяжелой техники. И да, БТРы, танки, ну, все такое. Капонирные, Уралы, Зушки. Здесь по этой стороне, вон видите, сейчас мы вытащили ГАЗ-66. Вот, на нем установлен Василек. Дальше туда орудия. БМП. Оставили. БМП, МТЛБ и так далее. Ну, в общем, сейчас я покажу, если нужно. Они думали, что мы пойдем с ними на них с тяжелым орудием, а мы вышли с них на автоматами. Разорвавшиеся есть мины, так что осторожно. Это снаряды с СКП. Это все было брошено. Дальше там сейчас я покажу. Вот капониры. Вон, видите, орудие. Боеприпасов, будем говорить, не счесть. То есть мы еще с ней на Киев пойдем. Будет так. Бог даст. Вот, смотрите. Боеприпасов куча. Все брошено. Как бежали в панике. Как убежали. Все побросали. Калибр. Наряды. Это украинский укрепрайон на окраине Дебальцево. Сам город вот там, вот слева. Как мы видим, вопреки заявлениям Киева, украинские военнослужащие бежали отсюда, оставляя боеприпасы от пушек, от танков, от стрелкового вооружения. Хотя они успели только заминировать местность. Вот, пожалуйста, часть от растяжки, которую оставляли украинские силовики для ополченцев. Бросали они здесь МТЛБ, БМП. За моей спиной пушка «Рапира», ее еще называют «Убийца танков». Нацелена она прямо на Дебальцево. И первый там сильный. Цинки с вогами. Здесь, ну это тоже цинки с вогами. Далее вон снаряды. Смол фугачный. Осторожно. Стоп. Вот смотрите. Танковый заряд. То есть они бросали. Бросали полностью все, что все, есть, да. Практически. Да, да, да. Полностью все бросали. Бежали как. Будем говорить. Штаны нет. Мешки с тушенкой. Разгрузка. Кого-то из жителей, возможно, из местных забрали. Вот он. Thank you.
Вообще офигеть. Я такие вещи раскидывают. Киса, тебя забыли в блиндаже. Потеется. Тебя не взяли с собой. Форма, видите, вон. Телевизор у них, он DVD. Он даже, так предполагаю, это усилитель, да, видимо, он стоит. О, сбоку. Ну, как бы так, ребята себя чувствовали здесь неплохо. Бронежилеты. Что, Никита? Ты не видишь? Он горит до сих пор. О, нифига себе. То есть они совсем недавно отсюда бежали. Ну, похоже на то. Фонарик горящий. Ты смотри, как размочали. Кевлар. С патроном наш. Тебя бросили здесь, да? Ты провасиковская собака? Или ты ни за кого? Она ни за кого, она нет за людей, нет. Скучно без хозяев, несчастная она. У тебя патрон, кто тебе нашел патрон повесил? Собаки не должны воевать. Мы с вами скажем, там не слышишь никого? Я не знаю. Что ты маленький? Ну беги-ка сюда, беги не работает. Это, кстати, домашнее, именно с банок. То есть то, что они, ну, не купишь в магазине, это видно, что люди закрываются. То есть выносилось, походу, с погребов там у людей. Мне просили. То, чего решили забирать в последний момент. Нормально, самокат у них тут был. Присиливались. Да нету, блин. Что значит эта шкура? Это защитовая. Может, еще раз попробую? Понял. Лучше бронежилет. Самое. Защита самая лучшая, это вера. Я их не боюсь, пускай они меня боятся. Ты где нашел? Это нашли в блиндаже в офицерском.